А если даже и не так, мы не поклонимся другому Богу, сказали юные сердца Сидрах, Месах и Авденага. А если даже и не так, слова вот эти мне запали, я их долго берегла, в глубинах сердца сохраняла. Я вспоминала их тогда, когда волной расчарования. А если даже и не так, неужто захлестнет мое сознание волна неверия и обид? Неужто Бог чужим мне станет? Не все бывает так, как мы хотим, но Бог нас любит и прощает. А если даже и не так, как ты хотел, молился, плакал, то все равно имеешь ты Отца, даянием благими Он богатый. А если даже и не так, как Аввакум сказал когда-то, когда в пустыню превратится сад и в легкий дым твое богатство, когда твои мечты завянут все, то пусть останется одна мечта, святая, о Божьем царстве, о любви, о синем небе без конца и края. Когда вся жизнь наискосок, и слезы твоим хлебом стали, ты знай, с тобою все равно есть Бог. Он допускает радости, печали. Он боль послал, Он исцелит. Он бедностью испытывает душу. В скорбях твоих не будет Он чужим. Он раны перевяжет, слезы все осушит. А если даже и не так? Мы не поклонимся другому Богу, ведь мы познали Господа Христа, и в небо нам дана одна только дорога. Аминь.